Вряд ли эта песенка должна помогать от всего на свете. Да, я еще не до конца разобралась. Я думала, поющий трезубец Лалок разрушит зеркало, из которого вылезла эта черная дрянь. Ну, знаешь, типа, распугает все это зло. Ладно, что делать? Пойдем спросим у Икабода, не раскопал ли он чего? Все не то! Да что ж такое? Эу! Как ты, Ики? Это невозможно! Черная тескотлепока и проклятие забвения были запечатаны! Но Винкли задела, значит, все возможно. Нет! Ведь состоялся равнозначный обмен! Когда Шичипилиш, Чикицали и Иштельтон пожертвовали свои чувства, а Шипитоток отдала свою жизнь, Том Гла была запечатана! Если бы договор сил не был вечным и прочным, мы все уже давно бы утонули в потоках мглы. Ну а может, не вся тьма послушалась? Нет, это же единая материя. Все части мглы должны следовать договоренности. Ну, видимо, эта часть не знает об этом. Оно не знает об этом? Ха! Оно не знает об этом! Хватит угорать, шутка едва ли смешная. Да нет же, все сходится. Эта часть мглы не знает, что надо следовать каким-то правилам. Просто нужно ей об этом рассказать. Ой, да, давайте с мглой побазарим. Маловато будет. Понадобится обряд. Идемте к Кашерток! Рип. А вот не надо было вовлекать мальчишек в дурацкую гонку. Думаешь, я это не знаю? Рип, он не мертв. Все ищут способы пробудить его, кроме тебя. Ой, а что я могу? Я только и умею, что мальчиков к действию подталкивать. А вы пожаловали воровать бахчу или сорняки? Не, сегодня нужен только одеяльце. И мы ничего не воруем, а только одалживаем. Тогда где ж мои тыковка и пугало? Ушли на север. И что я волнуюсь о недостатке оригинальности в наши дни? Есть живые три исключительных разгильдяя. Я же сразу был против их плана! Нет, это ты начал, Ики. Эти два хламона не натворили бы дел, если бы ты не был таким слюнтяем. Или не пытался бы увести девушку у ее очевидного кавалера. Рип заслуживает ухажера помудрее. Рип заслуживает иметь право выбора. А Винкель не глупее тебя, а просто спокойнее. Ну теперь совсем успокоился. Так забыли! Есть ли у тебя покрывало с подобным узором? Где-то у меня были выкройки. Отлично! Делай! А нам, с вашего позволения, нужно отправиться на поиски яиц побольше. Лес рубят, щепки летят. Любовные треугольники всегда такие милые. Это не любовный треугольник, а романтическая абсцисса и эгоцентричная ордината. И план его хромает. Похоже, он хочет воссоздать все трагичные обстоятельства, но в миниатюре. Но тут нужен шаман, а лучше три. И есть лишь один из нас, обладающий такой шириной взглядов, чтобы именоваться шаманом. Может, проще будет уговорить Винкли проснуться? Рип! Говоришь, умеешь толкать мальчиков к действу? Так иди и приведи нам Кицелькатля к месту, где лежит Винкль. Он ни за что нам не пойдет! Нам с Паулы надо покрывало сшить. Иди и выполняй. Кузя никогда никого не слушается. А, кроме Кити. Интересно, удастся ли мне этот трюк? Один в один. Ну, почти. Так надо в роль войти. Здравствуй, Кицелькоатль. Кицелькоатль! Ты же не собираешься пригласить меня на ланч? Я на этой неделе уже ел. Что ты, Кицелькоатль? Дорогуша, ты же все на свете можешь вылечить?
Мне нужна помощь вытащить заразу из кое-кого. Мгла уже превратила его в человека. У нас совсем не остается времени. Ты та девочка из лоскутков, о которой говорил Ики. Это вы соткали? Допустим. Какое прелестное. Спасибо. Китти! А я яиц накопал! Эй, иди зацени, какие яйки! А что дальше-то делать? Ну, нам надо заточить черную тыску для пука в эти яйца, и все. Каким образом? Никто ведь не станет накладывать лечебные чары, не имея при этом чародея, не так ли? Что ж, ты выбрала интересный метод. Знаешь, что он никого не слушается, кроме тебя? Что? Он уже превратился в человека? Помоги нам здесь, дорогуша. А смесь усталый нищий путник, предыдущий сквозь владения тьмы, но нет ерма, нет зла, нет боли на той земле, куда бреду. Иду домой, иду домой отца увидеть, иду домой, иду домой окончить путь. Мне б только пересечь Иордан, ах, мне бы лишь прийти домой. Стучи мне, глаза затмили, и сделал вот тяжелым шаром. Когда ризота запоет, то разрою землю. Там мой Эдем, родной очаг. Ах, мне бы лишь не одна, иди, да. Могила не удержит меня. Так я выиграл забег? Представляешь, на каком глазке ты был. Проиграли мне пари. Все, я пошел спать. Икабод, спасибо, что выручил нас всех. Озвучено командой Шаттлы 311 Хай нашими хорошими друзьями в 2015-2018 годах. Поддержите любимую озвучку. Даже маленький донат улучшает настроение и повышает аппетит. А также не забудьте подписаться на оригинальный канал No Evil в сети YouTube. Ваша активная поддержка помогает нам быстрее переозвучить старые эпизоды и заняться новыми. Спасибо за просмотр.